Сижу я дома, никому не мешаю. И решаюсь пойти погулять. Я встал с дивана и увидел невидимого человека, которого я знал. Он смотрел телек. Какую-то фигню смотрел. Я ушел. Никому не мешаю. Я увидел пятерочку. Я решил найти пятерочку. Там был гоблин. Ну, я у него хотел купить, но мне ничего не было. Я у него говорю, можно то, а у меня даже нет. Я ушел. Пошелить его и нарисовать граффити. Увидел Тома. Тома хотел кушать. Он ничего не подошел. Потом я пошел грабить дом. В доме ничего не было такого классного. Потом я пошел посрать. И сел и начал тушиться. Вытер попу. И вышел. Я вышел довольный. Потом побежал. Вышел. Побежал. Развернулся. Потом побежал. И меня расколбасило. Ух, это был сон. Почему он был таким страшным? Сосисочки. Огурчики. Ням-ням. Вот там произошла моя смерть. Во сне. Значит, ты еще здесь сидишь, невидимый чел. Ладно, смотри. Я побежал. Хотел умыться. Но, как выяснилось, надо умываться здесь. Я встал. Ну ладно, пойду на улицу помою вещи. Пойду к Ваське. Я был у Васи, а там Петер. Петер, это я. Я увидел Барсика. Он был голодный. Ну или Тома. Он меня хотел застрелить. Но я быстро убежал. Я уехал, точнее, на свой. Я увидел Трики. Трики куда-то шел. Я зашел к себе. Я нашел. Увидел, что все на месте. Так. Невидимого чего дома нету. Я легко надо выключить. Да, он просто не знает, как выключить телека. Увидел. Ну, потом покусал. Убивал. После того, как закрыл двери, я начал бежать. Когда я прибежал, у меня были чувства. Когда я начал бежать далеко, у меня были чувства, что я вот тут где-то умру, как в своем сне. Ну, я буду называть Васиком. Васик меня хотел убить. Ну, прямо. Ну, все. Потом я залез. Через забор. Пока никто не видел. Он начал бежать. Может, там лагерька. Потом я забыл. Я очнулся. Я здесь. Это был хоть не сон. Так высоко. Да я руку не смог собраться. Я
бокс. Пацан уже его собрал. Но я у меня еще один боксик. И мне была коробочка. Я начал бежать за всю силу. На меня погнал мой клон. Я потерял сижу и взял план. Потому что скайпота не было. Я был таким быстрым. Я увидел 10 усилей. Я их взял и начал бежать. Я много монеток. Ух, хорошо, что я пятил. Оплачу. А то я так не буду платить. Сипак, ну, не рабочий. Поезда. Они ехали. Я бегал со всех сил, чтобы меня достали. Чтобы середине было самое... Потому что посередине было не страшно бегать. Один поезд бежал. Ударился так сильно. Ну ладно, можно дальше бежать. Я бежал. Бежал очень быстро. Потом они начали обратно возвращаться. Я не знаю, что чего. Я делал так, потом вот так. Потом я где-то побежал туда. Я укрылся. Я не знал, как у меня еще не было. Я упал. Где я? Стоп. Фух. Я опять здесь. Мне опять приснился сон про мой костюм. Про мой костюм. Ну ладно. Можно с тобой поговорить? Где я? В Subway. Я в Subway. Привет. Привет. Такого не было. Потом я оказывается, я был в видеоигре. Он был совсем неподвижен. Я не понимал, как до него достать. Потом я понял, что я нахожусь в городе Роблокс. Но это было как-то... Я взял спрей и написал, что я... Потом увидел... Я увидел охранника и начал быстро бежать. Вдруг не успел отвернуться. Я взял сапоги. Они хоть попрыгунили. Так. Взял. И понял, в руках. Я не понимал, почему он у меня. Но потом я побежал дальше. На этом история моя закончилась. Ставьте лайки и подписывайтесь.